Первый номер. Грачев Иван. Номер 2. Китаев Иван. Номер 26. Абрамов Руслан. Номер 8. Синицкий Максим. Номер 11. Шустов Денис. Номер 15. Самунин Роман. Номер 33. Орехов Александр. Номер 32. Луких Илья. Номер 9. Попов Павел. Добрый день, уважаемые зрители канала Чертаново ТВ. Мы с вами находимся на стадионе Рублёва, где сегодня играется перенесенный матч между футболистами Чертанова и Торпедо. Забил Мустафа Денис, номер 2002 года рождения. И, как вы видели, счет открыт. Хорошая такая подача на ближнюю штангу и мяч в сетке. Вот это да. 2-0 уже в дебюте этой встречи, и отличился Ян Гудков. Гол ворот команды Торпедо забил Гудков Ян, номер 7. На ближнюю штангу была подача половины торпедовцев. Ляхов с мячом уходит от одного соперника, отдает передачу Мустафаеву, Скоропупов, передача Дорошитов. Абдорашитов пытается войти в штрафную, бьет Абдорашитов, но голкипер торпедовцев в падении мяч забирает. 14-я минута идет первого тайма, 2-0. А это Абдорашитов, мяч летит в направлении ворот, пустых уже. Идут вперед, подкат, блестящий подкат от Ляхова. Красиво играет Мустафаев со Скоропупом. Давно они играют вместе, практически с самого детства. Понимают друг друга хорошо. А это Першин. И Першин бьет по воротам, в самую девятку летит мяч. И чудом достает его буквально выше на замену. Снова на ближнюю штангу летит мяч. Отбивают. Теперь на дальнюю штангу удар и гол. 3-0, и снова красивый удар головой, и это отличился 14 номер Илья Гринюк. Мяч в ворота команды Торпедо забил Илья Гринюк, номер 14. Ну что ж, вот и наш центрфор. Снова Федотов отправляет мяч на чужую половину. Это Варденбург. Видите, как в пас пытаются играть наши ребята. И вот выводит Мустафаева к воротам. Побоялись сбивать Мустафаева, потому что уже красная карточка и пенальти были за таком эпизоде. Мустафаев прошел в штрафную. Прострел. Никого там нет. И мы бьем штрафную. Подача. Еще одна очень неплохая подача. И мяч оказывается в сетке. Никто не коснулся этого мяча. И он влетел в дальний угол, к ужасу голкипера торпедовцев. Ян Гудков стал автором этого гола, 7 номер. Мяч в ворота команды Торпедо забил Гудков Ян, номер 7. 4-0 на 30-й минуте этого матча. Ну, наши что-то решили не надевать шапки. Вот еще одна наша атака, очень неплохая. Гринюк получает мяч перед воротами. Удар! Или что-то в этом роде. Не удалось. Мустафаев с помощью партнеров мяч перехватил. Ушел от соперника, и он в одиночестве входит в штрафной. Удар. Гринюк. Это был прострел на Мустафаева. Мустафаев не ожидал.
отыгрывают один гол торпедовцы. Получился у них все-таки выход один на один. И посмотрим, что придумают торпедовцы на этот раз. Подача. Неплохая подача. И мяч попадает уже в перекладину наших ворот. Хорошая передача в штрафную. Но чуть-чуть только достал Гринюк до мяча. Пробить не получилось. Впрочем, наш мяч подхватили. Это был Ляхов. Снова наши с мячом. Удар по воротам. Получилась передача, удар и гол. На последней фактически минуте этого матча Илья Гринюк стал автором голевой передачи, а оставил, точнее, он мяч Долгушину, а тот расстрелял буквально ворота торпедовцев. 5-1.